йоу, так, все. Я вернулся. Здесь что-то нездоровое было. Тот момент, когда 5 секунд затянулись на целую серию. Так. Понять КПК, я еще не поднял КПК? А, нет. А, ну где бы... Кто-то стреляет. Ого, там все равно кто-то стреляет. Опа, артефакт, артефакт на эти. Фортифакт на аномальные зоны. Здесь, возможно... А что это такое? О, фомит, фомит. Ладно, походу придется пробежать на пофигу. О, давай. Фу, выводи. Блин, там артефакт. Не, давайте потом. Вот давайте я приду, сохранюсь, нормально все сделаю. И там вижу. Кого-то? Так. Пята, поставьте, кто вы, шо вы, шо вам надо? Что это такое? Что ты? Привет. Здорово. А, у нас тут дело. Мы, как понимаешь, сюда не покрывающих пришли, это что есть мануальный зон, там артефакты чуть ли не резко. Как то пройти, я знаю, только надо идти через лес. Вместо мануальный здорово. Где было место, а там чуть посторожишь, а мы тебе артефакт позже не подгоним, согласен? Блин, понимаешь? Ну ладно, артефакт, да, ну чё? Иди пора. Что я маленький мне сдох? Ну что такое? Опять? Я там, блин, вижу артефакт. Подожди, а там серьезно артефакт? Что это такое? Это что такое? Эй, богу, кто ты? Эй, богу, ты теперь мой любимчик. Я просто, понимаешь, я просто, типа... Ну да, гранату нельзя достать. Тьфу, нельзя. О-о-о-о! Не фризь. Просто... Ребята, разбились по одному. Без самодеятельности. Ждем сигнала. Вперед, вали их! Кого их? Ладно. А у меня дроп есть? Ой, дроби у меня вообще нет. Блин, надо так стараться... По ним не попадать. Но они об этом вообще не беспокоятся. Я вообще кого теперь знаю, знаете. Снорк меня убил или сталкер какой-то. Вот раз я просто думал, а есть ли смысл, типа, их туда проводить? А что, где это я вообще? А, это там, где фонит очень сильно. Сейчас мы тогда попробуем пробежать. Ох, как фонит, как фонит, как фонит-то. О, фон, фон. Еблое местечко какое-то. Мой артефакт даже тупо не справляется, понимаете, очень проблема. О! Я только сейчас заметил, что оказывается, я там не вывожу радиацию, набираю ее. Артефакт стоит, да, она минус радиация. А это очень, я так понимаю, очень мало на самом деле. А что она делает? Да, понятно. Че, я думаю, давайте здесь сохранимся. Попробуем получить артефакт. Валим. Такую радиацию мы сможем выдержать, я верю в нас. О, плюс 30 килограмм максимальный вес. Это, кстати, знаете, неплохо. Это ломать мясо? Да, ломать мясо вроде как. А, это золотая рыбка. Так. Да, надо сейчас к этим прийти. Надо сохранить, естественно. Здесь еще сейчас посмотреть. Может, здесь тоже есть артефактик. Да, там есть артефакт. Спереди еще. Че, можешь попробуем хватануть, а? Захапать. Так, гравий. А что он делает? Кто-нибудь помнит? А, я не помню. Фу, так, выдержим. Должны. Или не должны. Сколько, что он делает? Плюс 20 максимальный вес. Выдержим сейчас.
Если хлебушком закусить. Да, выдержим, нормально. Радиацию дают. Надо, короче, нет, надо все, надо копить деньги на нормальный костюм. Потому что у меня вообще нет денег на костюм. Совершенно. А здесь мы хотим винторез лежит, мы это помним. Так, ох, и колбаска как раз еще одна. Не выполнен. А что здесь? Найти пространственную аномалию. Такой мод есть на миссию. А, как раз, кстати, если мы выполним мое задание, они нас придут. Да, согласен, покупаю. Друзья, может... Только я подремать собрался. Нифига ты подремать собрался. Что такое? Опять? Нифига они дремать собираются. Как я тут, походу, да? С нами пошел, дали него тащить. Дремать он собрался. Ну пошли, чувак, пошли. Бро, они бы хорошие, я бы их нацепил бы на себя, так? Нет у меня этих. Нужно их так вот разрядить. Давай-ка разрядим. Ребята, разбились по одному. Без самодеятельности. Ждем сигнала. Бей! Вот это идеально. Кого бить? Бить-то кого, алё? Этот, конечно, вообще лучше, на самом деле, первым здесь не топать. Не знаю, я думаю, если я куда-нибудь сюда отстану... Не расходиться, ждем. В принципе, будет нормально, да? Вот сюда за... вообще. И бог. Еще немного подождем. О! Фига! Слышишь? Да я тоже. Я не могу его убить! Ребята! Проблемки! Очень сильные проблемки, они все умерли, зашибись. Но патронов не было. Универ зато будут. Ох, нифига, если выживу. Я сам еще переживу это все. О, нормально. Вроде как все. Спас обыскивать нету смысла, правильно же. А я думал спас купить, он спас по ней получше должен быть. А, нет, он даже похуже, понятно. Это в себя возьми. А, это снорк вообще. Зато дроби и хлебушка возьму. Блин, это плохо на самом деле. То, что они здесь умерли все. Это, знаете, прямо вообще не очень. Но я ничего не могу с этим поделать. Нет, хотя, кстати, блин, или может сделать... Нет, да, давайте, наверное, все-таки сделаем сохранение, загрузим перед ними, чтобы они выжили. Это как-то не круто получается, то, что они все умерли. Манули! Просто возьму тоже дробовичок. И заряжу дробью. Теперь это что ли первый пойдет? Ну давай, я за тобой иду. Иди. Ну, да. Короче, да попробую этот. Все, можем больше не прятаться. Первый вылить. Плохая была идея! Очень плохая была идея! Худшая идея на свете. А! Проблемки есть, ребята. Вот я не могу их Нифига! 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 А все? Е-е-е, красиво так. Я взял и... Мысли я не поставил. Нормально, сразу даже никто не умер. Патрон надо все равно. Ох, там. Дофига. Я не думаю, что на самом деле смогу их защитить. Парень, ты о нас не забыл? Да нет, я ж с вами иду. А что такое? Ты поговорить хочешь? Дорогой, мы все еще здесь. Ждем твоей команды. А, все, потопали. Ребят, что это? Ух, это псевдогигант. Ну, в смысле, все, потопали?
И какую-то хочешь, чтобы я дал тебе команду, объясни мне. Топай. Дорогой, мы все еще здесь. Ждем твоей команды. Ребят, там псевдогигант. Опа, фигня, нас видят. Ну нет, ну давай. Псевдогигант, давай без этого. Что это такое? Он его еще не убивает при этом. Мне загляни на оружие, ребята, ну что это такое? Ладно, хорошо, давайте проверим теорию. Я слышал теорию, которой псевдогиганта можно было убить, и в принципе, знаете, у меня это скорее всего получилось бы, если бы в этой игре одиночки, ну и вообще любые твои помощники, так сказать, не стреляли тупо по тебе. Давай сначала этим постреляем. Я не знаю, что на самом деле. Я залезу на этот камешек, мне в принципе будет зашибить. Ну что ты будешь делать? Кого бей? Я ей богу не знаю, сколько он урона может выдержать. О. Серьезно? 8 патронов для него. А что я им помогу? Как я им помогу, объясните мне? Ну ладно. Ладно, давайте еще разок. Просто, понимаете, я бы и убил-то его. Просто патронов нету. Просто тупо нету вот у меня патронов. Вот что ты. Вот. Хоть что ты делай, патронов у меня нет. Я думаю, конечно, теперь сейчас убить его просто тупо с ножа. Но я боюсь, что по мне эти будут стрелять даже немного. Опа! Фигня, нас видят! О, правильно, убегай, давай! Топай отсюда! Он сразу уходит! Или нет? Он будет мешать в любом случае, так что надо убивать. Хоть как. Давайте бронебойными еще. Давай, вот он, все, вот сейчас вот он умрет, отвечаю. А! По мне попадают! Идиоты! Идиоты! Кретины! Я думал уже все! А, все, они. Фу! Он отъехал! Господи, у меня даже бинты закончились! Хорошо, что. Фу, ребята, мы смогли! Будешь где неподалеку, милости просим на нашу базу. Помочь чем? Гравий, спасибо. А гравий это что у нас? А, это, ну да, спасибо. Так. Ну теперь мы им всыплем. Кому им? Скажите мне. Вот просто расскажите мне, кому им. Вот я не знаю, а у них... Да, наверное, все-таки я со своим этим останусь, стареньким. Что здесь лежит? Фух.
Фу, ужас-то какой. Так. Что здесь по артефактам? Артефакты есть. Артефакты наблюдаются. А это у нас парилка, да? Нет, это не парилка. Ох, как на голову-то село. О, это я понял, это все вместе, ё-моё. Это вообще, это, знаете, это такая это, что, ну, я, короче, нафиг, я потопал, давайте, пока. Мне нужен новый костюм. Я тут, блин, кружу между этими аномалиями теперь. Чё, нифига не видно, а то... Что, ребята? Спасайте, я не хочу... Я хочу со снорками общаться. Это единственный путь? Да не особо. Давайте попробуем к нему через верх пройти поаккуратненькому. А, тут радиация. Вон он. А он меня видит, да? Здесь, конечно, вариант побежать, но пофиг. Мне кажется, это один из худших вариантов. А может он, а вон он, хотя, кстати, может он даже и сработает. О! А это наш великий любимый телепортер. Ну, здорово. Вот хочу пойти вперед, все-таки посмотреть, что это за трубка. Ну вдруг здесь что-то крутое у них есть. А? Я ж сказал. Еще, так мы это сейчас напродаем. В рюкзаке ничего, это ящик. В ящике ничего нет. Нормально вообще. А правда не знаю, что их убило, я надеюсь. Не наткнусь на это. Это знаете, как-то не особо хочется. Отец Валериан. Подожди, я же помню тебя. Я где-то я тебя видел, отец Валериан. Вот отвечаю, где-то я его видел. Сейчас танком мы прыгнем в телепортер. Кровосос. Поговорить с лесником. Ребята, у вас где-то это кровососина бегает. Пропризило немножко. Неприятно. Лиманский. Окей. Черт, при проходной начинает стирать. Как теперь сильно Так, потом. Мы тут дослушаем про ад. Пойдем к леснику сходим. Так. Лифт, естественно, не работает. Или нет, подожди, работает. Я подожди, я куда-то не туда. Да. Это. Да, кстати, лифт действительно походу не работает. Это все? Расписание смен. Здорово. Лесник одиночка. Какая дорога привела тебя сюда? Что ты можешь мне предложить? Не, спасибо. Доброго пути, сынок. Так, секундочку. А могу что-нибудь? Я не знаю. Он мне какой? Ну да, он вообще никакой. Видели, какая помню, дорога нет. Привела? Кто ты? Мне необходимо попасть в Лиманск. Я лесник всю жизнь, как-то леса живу, готова уже много мне, одеваться, как от места там прикипят, указывал, он отказался, как щенок больше рахнул. По жизни зато я хорошо помню, так как лохнул на крузан теха, погибал тогда вот круги народа, а меня пощадил, понимаешь, не предупредила даже горы, я раньше в лесу без карты правильной дорогу ходить мог, хотя гляжу на аномалии, без всяких хитрых приборов, да, и чувствую, когда между ними подскочить можно, сталкер его все завидуют, а мне подарок это совсем не в радость. А, что же за просто так, не что же его за просто так не дается, спросит еще сон на свою плату, ох, спросит. Чем уж только она знает, вот это я и боюсь, парень. Как ему об этом Лиманск? Городе много лет не вспоминал никто. И правильно. Лучше Лиманску этому и дальше забытым оставаться. А тебе-то туда зачем? Вопрос жизни ты и смерти. Ты такой, как все. Зона метку на тебе оставила.
А вот к добру это или к худу не скажу. Не знаю. Сейчас все уж не так, как прежде было. Зону трясет. И ты нужен зачем-то. Эх, хоть и не уверен я, что правильно делаю, но тебе помогу. Хорошо. Попасть в Лиманск не так, знаешь, просто. Мост стоит поднятый, а это самая короткая дорога. Да только не единственная. Мост-то что? Мост подняли еще долг со свободой, сразу после большого выброса. А несколько дней назад на другом берегу откуда-то взялись бандиты. И мост этот самый захватили. Большой выброс сильно зону поменял. Были дороги разведанные, безопасные до последнего сантиметра. А теперь там аномалия на аномалии. Зато другие места открылись, где раньше никто и не бывал. Жаль, сигнал шутка слабый. Мало что разобрать выходит. Как я понял, сталкеры стали как запертые. Куда ни пойди, останешься там, откуда идти начал. Однако, если выйдет их вытащить, мы сможем пойти на военные склады. Там на холмах сигнал должен быть покрепче. Понятно. Не забывай, старика. А кто тебя забудет-то, лесник ты? Вон, видишь, аномалии чуешь, дороги все знаешь. Нужен ты такой. Живой здесь всем. Кто тебя забудет-то? Тем временем. Что ты на кровати стоишь? Ты что, совсем тупой? Куда ты можешь отвезти меня? Ну вот, значит. Ага, то есть ты типа... Ладненько. А где это я? Это куда? На военные склады. В Лиманск. На Янтарь. На свалку. А это что? Где чай? Да, и вот он на чай. А, заброшенный госпиталь. А, заброшенный госпиталь, это где у нас? Темная долина, свалка, Ниагарапром, болото, кордон, Янтарь, Рыжий лес, Лиманск. А госпиталя нету, только ЧАЭС осталось. Сама ЧАЭС. Так. Так, это куда, подождите, куда я могу туда выйти? Только на военные склады. Не, подожди, а у тебя есть какой-нибудь нормальный человек? Долг. Рыжий лес меня может отвезти. На Янтарь, на свалку. А, это, кстати, подожди, а что? Получить награду. Совершенство непонятно. Поговорить с командиром блокпоста. Это, кстати, мне как раз на свалку-то и надо. Как мне туда идти, да? А может мне это кто-нибудь отведет, да? Проводничок? За 80 рублей. Где? Куда он ступился-то, алло? Что ты тут делаешь? А, темный яр, пошли. Я не знаю, куда он меня приведет, но... Может быть туда, куда мне надо. А может быть и нет. Ей богу, где я? О, он меня привел туда, куда мне надо, правильно? На свалку, да, на свалку. Топаем на свалку и да, перейти на другую локацию. О, да, надо закупиться патронами. И всем, чем только можно, на самом-то деле. Я, кстати, бара не заметил. Здесь вот в чем прикол. Или заметил. Сейчас надо будет, кстати, проверить. Что это? Агропром, это что? Янтарь.
Свалка, свалка. В темную долину, в темную долину. На кордон. А в бар-то нельзя попасть, а то я думаю, что нельзя, а нельзя, потому что... О. Бандиты, вы чё? А патронов сколько? 15 патронов? И бог, ну давай попробуем. Тут ты. О, опять попадают. Они вообще отбитые, короче. Надо патроны. О, две. Да как это нет патрон-то? Есть, нормально. И последний, по идее. Если не ошибаюсь. Надо захватить этот, как его, свалку. О, дробь. Ура. У меня хотя бы дробовичок будет. Еще дробь, идеально. Давай посмотрим, что она здесь будет лежать. Хотя здесь тоже радиация будет, да, наверное. А, не, смотри. А, не, нормально даже. Оу. Так, тем временем, мне куда надо? Надо залечиться тем временем. Мне бы к торговцу. Я, вы понимаете, так к торговцу бы. Где торговец-то наш? Тут только сидит наш торговец. И ну и в темной долине торговец. Нет, туда я лезть не хочу. Потом я туда сразу туда. Оу. Туда я не пойду. Я пойду сюда. А, пойдет нормально. О, это наш. Е-е-е. Нифига мне профи... А чё меня... Чё меня фонит-то? Я отбитый. Я артефакт-то поставил с этой... С радиацией и забыл его снять. О-о-о. Я-то реально отбитый. Так, ладненько. О-о-о, фризел, нормально. Главное, что не ш... Главное, чтобы не вылетело. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, но она у меня еще ни разу не вылетала тем временем. Это, знаете, это прям как достижение всего человечества. Сталкер еще ни разу не вылетал. Хоть бы он принимал все эти дурацкие, как его, ВВС винтореза. Ты же продавец, правильно? Ну. О, он их принимает. По 800 рублей. А что ты продаешь? Слушай, а ты ничего нужного не продаешь. Пойду-ка я лучше на базу к долгу. А долг у нас где там тусуется? На агропроме долг тусуется. Точно. Зря выбежал только. Хотя, знаете, наверное, прибегу я уже на агропром в следующей серии. Я просто вторую серию подряд забыл поставить таймер, поэтому не знаю, сколько прошло уже времени этой серии. Ну и ладно, я на этом закончу. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.